В Чебоксарах обсуждают вопрос организации дополнительных дорожных полос с буквой «А» для общественного транспорта. На заметке у городских властей несколько участков. Это преимущественно улицы с шестиполосным движением – проспекты Мира, Ивана Яковлева и Московский. Над улучшением транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации будет работать организация «Дорожный консалтинг», которая выиграла аукцион. Специалистам из Екатеринбурга до конца этого года предстоит изучить схему движения городского общественного транспорта и предложить заказчику, Минтрансу Республики, идеи по ее оптимизации. Представьте, было трехполосное движение, на которое время от времени заезжали там, на крайнюю полосу, например, легковой транспорт или какой-то там коммерческий транспорт, да, частный. Мы их загоним все в две полосы. То есть, соответственно, на квадратный метр дорожного полотна плотность машин увеличится. Соответственно, просто может привести это к затруднению, еще большему затруднению. Поэтому, повторюсь, пока не будет у нас комплексной схемы введения на этих участках, пока мы считаем преждевременным, это будет уже после изучения результатов СОДа, будет принято решение о внедрении отдельно выделенной полосы на этих участках. Напомню, спецполосы для автобусов и троллейбусов в столице республики появились еще 2 года назад. Их организовали по проспекту Тракторостроителей и 9-й пятилетки. На последнем участке, по словам чиновников, горожане самовольно устроили стоянку для своих автомобилей, что сильно затормаживает движение общественного транспорта. А между тем городские власти напоминают, что такое нарушение карается штрафом в размере 1500 рублей.